говорится, уважаемые посетители канала, руки я спрятал, а то говорят, руками сильно машу. А кстати, жестикуляция, когда идет у человека, ну, контролируемая, иногда неконтролируемая, это говорит о том, что избыток энергии сбрасывается через жестикуляцию. Это так, к примеру. Ну что вам сказать? Вот начну с небольшой консультации. Небольшая консультация, которую сейчас я заделаю. Так, Геннадий Петрович, здравствуйте. Сегодня у меня чистка печени 4 раза, уже пила травы побуревы, вышло немного слизи и что-то вроде разложившихся листов. То есть это травы действуют, травы вот эти вот, ну найдете их, постоянно тут в голове держать эту информацию, которая справочная информация, опять жестикулировал. Так вот, эти травы прекрасно действуют на разного рода паразитов и микропаразитов. Практика это показывает. Потом 17 часов чая, ромашка, бессмертник, эвкалипт, кора крушины. А зачем ромашка, бессмертник? По-моему, там нету таких трав у буревой. То есть далее пьются травы, вот кора крушины, да, она способствует тому, чтобы лучше опорожнялся кишечник, то есть сработал на выброс. Где-то с обеда в районе желудка было плохо, даже подташнивало. А вот там как раз и скапливается у нас слизь. Если у человека простуды, если у женщины, значит, имеется там мастопатия, какие-то там непонятливые отложения там, то это говорит о том, что вот это вот как раз слизь здесь имеется. И вот эти вот травы умудряются все это разжижать и концентрировать. Это очень важно, что любая чистка начинается с того, правильно, чтобы прежде всего шлаки, которые имеются в нашем организме, мы собрали к местам их удаления. А слизистые шлаки как раз они удаляются с помощью рвоты через желудок, легкие, носоглотку, чтобы вы знали. Так вот, отсюда и начинается почему-то. В районе желудка было плохо, подташнивало. А после чая, через некоторое время, рвота вся слизит. Вот. То есть вот эти вот травы, когда человек употреблял их в течение, допустим, 4 дней примерно перед чисткой там печени, вот эта вот слизь, которая имелась, она собралась. И далее применяет любое там средство, там чай или еще, то есть добавляет к этой слизи еще жидкости, чтобы она лучше выходила. Потому что вы знаете, что иногда бывает рвота, а человек вот позывы идут, а рвоты нету. Это мучает его. Или, допустим, кашель, а ничего не откашливается. То есть сухой кашель надо перевести, грубо говоря, в мокрый, и потом вот эту вот слизь выбросить. А так ее невозможно зацепить. Человек кашляет, может порвать себе легочную ткань, будет кровотечение и толку мало. То есть везде должна быть голова и очень грамотно ко всему подходить, помогать своему организму. Так что вот эти вот все травки сработали. Кстати, продолжаем флешмоб пить лист эвкалипта. Сейчас я буквально таки видосик этот сделаю и спущусь листики эвкалипта пожевать. Я стараюсь ежедневно. Значит, вся слизь. И это очень хорошо, потому что у этой женщины там и мастопатия. И вот когда организм заполнен слизью, практически питание тканей из-за ослизнения, да из-за того, что там вот эта слизь представляет собой колонии грибков, колонии каких-то там непонятных там бактерий и прочее, она питается тем, чем должны питаться клетки организма. И человек вроде питается, а болеет, чахнет. И вот это вот только слизь разводит в себя. Значит, темная жидкость на фото – это чай. А вот хлопья, да еще черные и сплошная слизь. Вот когда там говорят, а что там может выходить, а что там это, а вот таблеточку примите, а вот еще что-то там примите. Ну, вот.
сплошная слизь, болит голова. Да, вот это все, вот эти штравы, они что еще делают? Они те шлаки, которые у нас расположились, знаете, как бы сказать, по закоулочкам. Помните, я вам рассказываю, вот комната, вот человек ходит, протоптал себе дорожку посерединке, там, к столу, протоптал дорожку кроватки там, ну, там, в туалет, и все, вроде это чистенько, а там где-то под столом, под стульями, под кроватью, там куча пыли, куча пыли. И вроде она лежит, да и нормально. А когда начинаем мы пылесосить, убирать, а это как раз есть своеобразная уборка, вот эта пыль как подымется, и, естественно, болит голова, то есть интоксикация идет. Да, это вот как раз своеобразные этапы очистительной реакции, что все идет по плану, просто слишком много разного рода шлаков. Лежу на грелке, правильно, сейчас бурлит внутри, но полегчало. То есть организм, часть, допустим, если там было принято там масло или еще что-нибудь такое, пропустил, все там нормально, нормализуется. То есть вот разъяснил, что там происходит, что происходит. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.